Итак, это. Многие спрашивают меня, как ты сделал прицел точку? И сегодня я расскажу вам все секрет. А это можно сделать очень просто, всего прописав 5 команд в консоли. Итак, откроем консоль. Пишем сначала Gale Crosshair Style 3. Затем пишем Gale Crosshair Dot 1. И у нас появляется, как видите, маленькая точка в середине прицела. Затем вводим 3 команды. Gale Crosshair Scale мы ставим на 4. Gale Crosshair Size мы ставим на минус 1. Ну, вот смотрите, сейчас появилась точка. Она, видите, как маленькая, почти не видно. Чтобы было видно, мы еще введем Gale Crosshair Thickness на 2. И вот точка стала пожирнее. Но для удобства можно еще ввести Gale Crosshair Draw Outline 1. И вокруг точки появляется небольшой черный контур. И затем можно изменить ее цвет. Gale Crosshair Color. И допустим 2 это вот желтое, 3 это темно-синее, 4 светло-синее, 5, ну 5 уже нет. Ну и 0 это красный. Вот, в общем-то, и все. И теперь с этой точкой вы будете тащить, как я. Covering the smoke.